Лучшая возлюбленная. Мертвая. Ох, не знаю, Петруччо, романтическая это стишок или нет. Приквел спектакля «Сад орхидей». Лучшая возлюбленная та, о которой знаешь только, что она существует, говорил Лао Цзи, что она прекрасна и принцесса. Этого ты не знаешь наверняка, додумываешь сам. Так же видишь себя на коне и в развивающемся плаще, скачущим по неведомым дорожкам, неведомо куда, к неведомой пещере, где спит она, невеста, но спит уже в гробу. Молчаливо и неподвижно, доступно и на все согласна, в ожидании твоего французского поцелуя, идеальная возлюбленная. Твое желание бросает в тебе движением, порывом. Порос, отец Эрота, расчищает путь среди правильно сформированных отношений, раздвигая их массивные крепкие стволы и образованные из них чаще и засеки. Лети, мой мальчик, лети, скачи, дружище, скачи. Сегодня в вечернем представлении сада орхидей будет явлено сущее в переплетении некоторых тел, осененных мерцанием бытия, символизирующих вечный конфликт желания и любви, страсти и верности. Лучшая возлюбленная, мертвая. Ну что, Петруччо, достаточно романтическое стихотворение или нет? Тебе понравилось? А, задумался. О чем это?